Всем привет! Покажу, как я мотаю спираль на электроплитку. Таким образом можно мотать любую спираль. Самое главное сделать вот такой вороток. С вот таким пропильчиком на конце. Сделал я этот пропил ножовкой по металлу. Предварительно сточив полотно. Вот таким вот образом. Теперь буду собирать вот такую конструкцию. Нужна пара деревянных брусочков. Зажимаю их в тиски вот таким образом. Пропускаю между брусочками нихром вот таким образом. Этот торчащий кусочек будет началом спирали. Пропустив кончик спирали в пропил, начинаю вращать вороток. Сначала не спеша, пускай нихром сделает себе бороздочку. Потихоньку. Вот уже конец близится. И не спеша. Все. Вот она. Вот она красота. Длина моего воротка 91 сантиметр. Длина спирали получилась около 76 сантиметров. Сейчас я ее буду снимать с воротка. Одной рукой немножко неудобно. Вот и все. Вот он вороток. А вот она. Спираль. Получилась вот такая красота. Я показал принцип. Принцип так, как наматываю я. Можно использовать другие деревяшки. Вот пылюки с нихрома насыпалось. Можно нихром располагать с этого или с этого края. Если располагается нихром здесь, то значит вороток доходит до самого конца. В свое время для меня это было откровением, что самому можно намотать вот такую красоту. Поэтому я рад поделиться тем, что я умею, тем, что я знаю. Всем спасибо, всем мира, здоровья и денежки!